Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Вот хочу вам показать один из дотов Полоцкого укрепрайона, вот, который принимал непосредственно оборону в 41-м году. Вот. Сейчас смотрю, в этом году окультурили, сделали ступеньки. Правда, вода вон размывает их, потому что у нас всегда они сделаны как из земли, нет, чтобы залить бетоном. Но, наверное, это все упирается в финансы. Ну, это не о том. Вот. Вот такой вот дот. Возлагали венки павшим бойцам и воинам-защитникам. Вот. 3 июля 41 года. Дот номер 9 Полоцкого укрепрайона. Их вообще много. Они все замаскированы. Как бы отсюда мы, наверное, уже не увидим следующие доты. Ну вот, как видите, насколько мощное сооружение. Сюда было видно попадание какого-то или с танка стреляли, или артиллерийский. Здесь вот уже подзамазывали пулевые. Вон даже торчат всякие осколочки. Вот. Вот такая вот оригинальная конструкция, которая стоит со времен войны на страже. Вот. И главное, что непосредственно этот дот принимал бои. Сейчас залезу наверх. Вот дырки видно. Вентиляция была, чтобы выходили пороховые газы. Вот, от стрелкового оружия. Вот как раз над бойницами. Вот. Можно посмотреть на вид. Здесь вот трасса западного направления. Вот. На подступах к городу. И как вы видите, обстрел и обзор был очень хороший у доты. Расположение выбрано удачно и хорошо. Вот такие выбоины в доте. Ну, как бы немцы тут быстро наступали. Сильно этот дот не удержал противника. Но это в 7 километрах отсюда дивизия Зыгина надолго задержала немецких захватчиков, приняла хороший, сильный бой, но все-таки потом была вынуждена отступить к городу, удерживать какое-то время город и отступать дальше. Как говорится, почтим память наших дедов, прадедов, кто воевал, защищал нашу республику, страну, наше отечество. Вот. Люди платили кровью, жизнью за нашу свободу и независимость.
Сейчас залезем внутрь, посмотрим, что там внутри. Вот, залез внутрь, друзья. А внутри увидел, что... Вроде бы забыл фонарик. А не, его нащупываю в кармане. Есть. Ну вот, с одной бойницы. Тут даже такие огромные бойницы. Может, тут что-то достали с них. Металлические щиты. Ну, как бы места тут сильно нету такого, чтобы артиллерийские тут точно не поставишь. Наверное, пулеметные. Вот. Такие вот дыры. Тут второй этаж. Сейчас попробую подсветить. Вот, ну, как бы. Фоткать, да? Накидали мусора, поэтому сильно ничего не вижу. Так, ну а вот вид со второй бойницы. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что тут. Ну вот второй этаж просматривается. Сейчас аккуратненько, чтобы тут никуда не провалиться. Потому что бывали случаи, что люди проваливались. Тут может быть даже и три этажа под землей. Аккуратно. Вот. Ну да, тут сильно и не видно. Как видите, сам дом небольшой. Туда пошел коридор. Там был выход, но выход заделан, завален. Тоже какие-то бойницы, которые защищают выход, если вдруг кто-то проникнет. Ну, как видите, сооружение состоит с нескольких этажей. Вот. Вот такие вот доты принимали на себя удары и оборону. Все, спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, кто смотрит канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.